раундта бірде бір соққысы тимеген қырғыз боксшысының. Иә, онда 9 төрешілердің барлығы бірінші раундта Ришан Викас жеңіске жетті деп есептейді. Неплохо отработал Викас, боксер из Индии, в первом раунде. Судья дал ему преимущество. Теперь второй раунд. Мотали пытается, конечно, атаковать. Ему подсказали, что он уступает. Поэтому нужно идти на риск, пытаться добить, дожать своего соперника, наносить удары. Но он сам пропускает, конечно. Про защиту не нужно забывать. А Мотали. Он это тоже прекрасно понимает. Но физически выделяется, конечно, соперник Мамат Али. Викас очень крепкий боксер, которого перебоксировать сложно будет. Периодически обмениваются хорошими ударами. И главное, точными. В этом плане Викас, конечно, поточнее будет, чем его соперник. И будем ждать выхода на ринг Аблайхана Джусупова. Очень техничный боксер Аблайхан. Некоторые отмечали, что удара не хватает, но над этим компонентом, конечно, Аблайхан поработал. Тогда он был просто молод, но безумно одаренный. Очень техничный, талантливый. Теперь стал таким бьющим боксером. И над техникой еще лучше поработал, хороший удар нанес Викас, но все нормально. Мамат Али он показывает, хотя Викас показал, что рассчитывал на нокдаун. Рассчитывал, что удар был крепко поставлен. Апперкот видим в исполнении Викаса. Ох, точно достал. Нокдаун отсчитывает рефери. Нужно продолжать, Мамат Али, рисковать. Хотя, мне кажется, что боксер из Индии легко поединок до победы добьет, потому что он первый раунд забрал, теперь и второй забирает. За счет вот этих точных ударов, точных попаданий. Посмотрите, как качественно работает. Ловко уходит. Уклоняется, затем наносит удар правый. А правый у него хороший. Теперь уже клинч на последних секундах второго раунда. Выигрывает необходимое время боксер из Индии. И не дает сближаться своему сопернику. Понимая, что чревато это пропущенными ударами. Смотрим, как попадал точно Викас, затем уже боксер из Кыргызстана хотел ему ответить, и вот в этом эпизоде удара точного не было. Просто неудачно упал кыргызстанец. 10-8, все судьи отдали безоговорочное преимущество Кришану Викасу. Закрывается Кришан. Теперь ему необходимо просто выиграть время, особо не рисковать. Или попытаться вновь нокдаун отправлять своего оппонента. Благо противник такие шансы ему дает. Показывает жестом, мол, иди ко мне. Прижимает канатом Мамат Али
соперника, но из этого ничего извлечь не смог. Чуть больше двух минут остается боксировать. Время еще есть у Маматале, но с каждой секундой шансы на успех тают. И время тоже уходит. Надежда умирает последней. Почему бы не рискнуть? После этого на ринг выйдут боксеры из Бахрейна и Таиланда. Сегодня мы одного боксера из Бахрейна уже видели. Натурализованный бывший россиянин Данис Латипов принес победу в категории до 91 килограмма. Очень качественно отработал, здорово, и принес победу своей новой стране. Посмотрим, на что способен Хемрат Абдулла. Его точно нельзя назвать натурализованным боксером. Прежде всего, легионеры дают Бахрейну опыт. Они передают местным боксерам потихоньку в Бахрейне. Бокс развивается. Но, конечно, нужно время для того, чтобы первые успехи появились. Последние секунды. Достанет ли Маматале своего соперника? Упорно идет вперед, прибавляя в агрессии. А вот только что, кажется, достал, и левый боковой смог достать. Кришан Фикас. О чем я говорил. Индийская музыка играет. И под нее. Чистая победа. Он проходит дальше в борьбе за Олимпийский.